1 ноября вступают в силу нормы, известные как закон о суверенном Рунете. В соответствии с ним в России должна быть создана дублирующая инфраструктура для бесперебойной работы интернета. При появлении угроз Роскомнадзор сможет управлять с помощью установленного операторами оборудования маршрутами трафика. Список угроз определит правительство. Это оборудование также сможет контролировать трафик, блокируя доступ к запрещенным сайтам. С 1 ноября вступают в силу новые требования к физическим лицам, владельцам автобусов и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн. Они должны оснастить транспортные средства тахографами, устройствами, контролирующими режим труда и отдыха водителя, а также регистрирующими скорость и пробег. С 1 ноября микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать гражданам кредиты под залог жилья. Запрет коснется займов, выдаваемых с целями, не связанными с предпринимательской деятельностью. 1 ноября вступают в силу поправки, законодательно закрепляющие понятия «паломник» и «паломничество». На паломников не будет распространяться закон об основах туристской деятельности. Паломнические поездки можно совершать как самостоятельно, так и организованно. Заниматься подготовкой и сопровождением таких поездок смогут только религиозные организации. Также будет регламентирован порядок посещения обычными туристами мест паломничества. Путешественники должны соблюдать требования к внешнему виду и установленный религиозный порядок. С 1 ноября перед регистрацией сделок с недвижимостью, сопровождаемых электронной подписью, собственнику будут обязательно отправлять уведомления. Предполагается, что новый порядок защитит собственников от мошенников, которые могут получить доступ к их электронной подписи или подделать ее. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев.